В начале декабря на вирус гриппа H1N1 2009 года приходилось 4%, после 15-го приходилось 7%, а вот после 4 января, вот за эти 4 дня, удельный вес вырос до 24, потом 35, и сегодня он составляет 42%. Это говорит о том, что именно этот вирус определяет основные случаи, ну, основную массу случаев заболевания в Российской Федерации. То есть мы сегодня имеем эпидемиологическую ситуацию, преимущественно вызванную гриппом H1N1 2009 года. Ну, грипп H1N1 известен достаточно давно, а вот его вариант 2009 года с 2009 же года и известен. Он имеет особенности, он отличается от всего ранее известного, и вот сезон 2009-2010 года гриппозный в северном полушарии только по официальным лабораторно подтвержденным данным унес почти 20 тысяч жизней. Это был очень тяжелый период, при том, что очень высоких цифр заболеваемости тоже не было. Она была, но эпидподъем был, эпидемия была. Но вот тяжелое течение и способность вируса поражать людей ослабленных, людей с сопутствующими заболеваниями, и группы риска тогда были определены. Это люди с диабетом, это беременные женщины, это люди с ожирением. Вот эти и это маленькие дети, группы риска, которые подвержены очень быстрому развитию осложнений, очень быстрому развитию пневмоний, из которых человека не всегда можно вывести. Многое зависит от самого населения, потому что если люди будут вести себя правильно, они могут не заболеть данной инфекцией. Они, если привиты, естественно, они имеют уже иммунитет от данного вируса, как вы называете, пандемического, потому что в состав вакцины, который проводилась иммунизация населения против гриппа, данный штамм входил. Поэтому населению, прежде всего, тем, кто не привились, надо особые меры профилактики принимать. Это прежде всего никогда не заниматься самолечением, если они заболели и накануне почувствовали себя плохо. Не надо больным ходить на работу. И, естественно, принимать препараты, которые могут улучшить или повысить их иммунитет. И, естественно, меры профилактики, проветривать помещение, одеваться по погоде, меньше ходить на такие мероприятия, где наибольший контакт с больными людьми может быть. Профилактика начинаем с респираторного этикета, то есть это если в семье кто-то заболел, то есть масочный режим. Конечно же, мытье рук постоянно, если с улиц, потому что контактно-бытовой путь передачи для гриппа тоже характерен. Но и прием лекарственных препаратов с целью профилактики гриппа. Сегодня они общеизвестные. И, конечно же, если вдруг вы не пошли в больницу, не пошли в поликлинику, то, опять же, сегодня существуют стандарты по лечению гриппа. То есть это набор противовирусных препаратов.